Люди выбегали из домов с ведрами воды и пытались потушить пожар. В Челябинске загорелся частный сектор. У местных жителей началась паника. Постройки мгновенно охватило пламенем. По всей округе был слышен треск сухих досок. Еще немного, и огонь с сараек мог перекинуться на жилые дома. Мама, там уже будка горит. Я знаю. Так она вон расходится все. Пожар случился на станции Шершни. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 200 квадратных метров. На место ЧП прибыли 3 автоцистерны. Как сообщили пожарные, загорелись надворные постройки, но удалось не допустить перехода возгорания на дома. Пострадавших нет.